23, 24, 25. Молодец, Исаев, хватит. Так, Епифанов, куда ты пошел? Слезь, Епифанов, слезь, я тебе сказала. Так, можно потише? Бальков, давай, иди, иди подтягивайся. Покажи, что мальчики с волосами тоже могут давай, подтягивать. Да, они могут. Я могу. Давай, давай. Нет, давай, подтягивай. Исаев, сядь, сядь. Давай, сядь на скамейку. Да, давайте я давай. Просто повешу, и вы мне... Давай, давай, давай подтягивайся. Я сам залез. С такой физической подготовкой тебе вообще больше тройки ничего не светит. Раз. Два. Давай, три. Можно все. Четыре. Можно тройку. Все. Хоть еще полураза-то подтяни. Все, можно тройку, я пойду. Да. Хиловато. Так, девочки, Шишкова, давай. Конечно, давай. Давай, 10 на пятерочку. Давай, давай, давай посмотрим. Давай, 10 давай, на пятерочку. Давай. Раз, два, три, нет, четыре, пять, шесть, семь. Так, Королёв, сядь. Короче, я тебе сейчас два поставлю. За то, что мешаешь. Так, молодец, Шишова. Садись, пять. Так, нос. Носова! Иди отжиматься. Мне астма. Носова, у тебя уже давно ничего нет. Если я умру, в этом будете повинны вы. Никуда ты не умрешь, давай. Рот закрой. Давай, повышай. Показатели, давай. Раз. Носова. Мне плохо. Носова, два Носова. Ну, что там? Да что там? Что я смотрю, что там? Что это? Подожди, что там еще есть? Посмотри, дневник есть? Дневник не носит. Мозгов хватило. Ништяк! Тихо, ты что? Чего ничего? Блин, а? Мы что придумали? Давай, короче, красным намажем, и типа она там, это самое у нее. Да не, это не то. Что там? А что не то-то? Нормал, да это не то. А что то? Такое. Слушай, я вообще не понимаю, зачем физкультура нужна? Я через козлов пройти отжимание, мне это в жизни пригодится. А табель испортит. Да поставь ты на тебе 5, успокойся. Блин, ну просто у меня уже есть четверки. Надо поставить еще одну, потом еще одну, еще одну. Ну, все. Понимаешь, это просто моей маме надо. С этим можно, ну, когда все пятерки, можно поступить в институт без экзаменов. Я что-то вообще так не парюсь по этому поводу. Ты вообще не собираешься поступать? Ну, не знаю. Я, может, умру к этому времени. Ты чего? Вообще, что ты дура? Нет, блин, а, не надо. Слушай, ты мне эту денежку когда отдашь? А, ну да, конечно, извини, пока не отдам, конечно, не. Серьезно. Слушай, ну, короче, дед дал на экскурсию. Я тебе туда дам. Не, с экскурсии не надо, я просто хочу, чтобы ты поехала. У меня нет больше. Ну, призови кого-нибудь. Ладно, посмотрим. Короче, что-то плохо мне. Я пойду. Вера, слушай, а что с носом? Ну, плохо ей, пошла посидеть. А что такое? Не знаю, она не хочет с Уздаль ехать. Мне денег заняла, хочет отдать из дедушкиных. Так хочу, чтобы она поехала. А она много заняла? Нет, штук всего. А тебе что, тоже плохо? Нет, мне четверку поставили. Ну да, понятно. Ну ты не переживай, четверка это тоже хорошо. Ну да. Ты моей маме это скажи. Блин. А что это вы тут делаете? Слышь? Чего тебе надо, Носова? Слышь, короче. Че кому скажешь, поняла, я тебя урою. Че ты ржешь, поняла, я тебя урою? Да ты не нервничай, успокойся. Тебе говорю, ты поняла меня? Ты поняла, я тебя спрашиваю? Дай мне выйти. Че, думаешь, я боюсь, что ли?
Да, мне вообще... Да отвали от меня! Я сейчас закричу, я понял? Я не сказала, я тебя урою, понял? Ну и чё? Чё делать будем? Чё, ничего, бери, короче, чё придумай. Короче, ладно, давай, давай. Здравствуйте, Валентина Харитоновна. Здравствуйте, Софья Андреевна. Скажите, а Светлана Викторовна нет еще? Она у зубного что-то с зубами. Что случилось? Да я не могу найти журнал 9-го А. У меня сейчас второй урок через 10 минут, а его нет. Ну вот там какие-то журналы лежат, посмотрите. Может быть. Нет, 9-й Б, 9-й В, это не то все. Так, а в учительской вы смотрели? Я же смотрела. Да, ничего себе. Весело будет, если пропадет журнал к концу четверти. Да, так и бывает. Как аксиома, недоказуемо, но факт. Так, но надо обратиться к Наталье Николаевне. Она же классный руководитель. Да, смысл? Смысл? Она классный руководитель, вот пускай она и разбирается. Вообще, вы правы. Я сейчас не поговорю. Я всегда права, Софья Андреевна. Да. Здравствуйте, Софья Андреевна. Здравствуйте, Наталья. Доброе утро, 9-е. Встаем, встаем, встаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, это уже... Королёв, особое приглашение? Оля. Оля, доброе утро. А Фаликов не стал тоже, смотрите. Итак, это уже не смешно. Конец четверти. Верните, пожалуйста, журнал обратно. Можно сесть, Оля, да, садитесь. Да, Наталья Николаевна, они думают, это кому-то может помочь. Я прекрасно Тишина! Помню. Тишина! Тихо! Перед вами два взрослых педагога. Я прекрасно помню, кто на какую оценку идет. У меня педагог. Очень хорошая память. А что у меня по физкультуре, вы же помните? Меня интересует только мой предмет. А-а. Еще я прекрасно помню про тройку Ахмадеевой. Тишина, с вами разговаривать не хотите. Вообще ваш журнал не нужен. Я взял журнал. Чего так Вера, ты что, как ты разговариваешь? Что происходит, 9-й А? Как вы расслабились в конце четверти? Итак, если сегодня тишина, Епифанов, если сегодня тишина, я сказала. Так, Горей, встал и вышел. Встал и вышел отсюда. Итак, если сегодня журнал не будет в учительской, никакой поездки в Суздаль вам не видать, понятно? И не ура! Я устраиваю вам такие каникулы. Вы каждый день будете ходить в школу. Поверьте, я найду зачем. Давайте не. Ничего делать-то. Я вас предупредила. А у вас классный банк. Давайте не поедем. Да будешь. Спасибо, Наталья Николаевна. Всего хорошего. А мы начнем урок. С нового журнала. Сюда тоже можно ставить оценки. Вера, ты будешь тройку исправлять? Да, буду. Выходи. Да, Антон, ну представляешь, журнал пропал, да. Ну я не знаю теперь. Да я сама хочу очень, конечно. Да. Ну давай, я буду очень стараться, ладно. Давай, давай, пока. Наталья Николаевна? Здравствуйте, вы нашли журнал? Нет, не нашли еще пока. Наталья Николаевна, это же безобразие. Вам что, мало одного выговора на этой неделе? Ну я что, виновата, Валентина Харитоновна? Наталья Николаевна, в первую очередь я буду с вас это спрашивать. Я понимаю. Но вы же сами были на моем месте. Вы прекрасно знаете, что это за класс. И вы вообще знаете, что это за ситуация. И... Да, я была на вашем месте. И я знаю, что в первую очередь мне бы пришлось искать этот журнал. Ну, если бы я была бы на вашем месте, я вас очень я прошу буду заняться журнал. Этим немедленно. Я буду искать журнал, Валентина Харитоновна. Так, а почему ты не на уроке? Я никому не проблем. Я спрашиваю, почему ты не на уроке? Соня, вы что, издеваетесь все? Вы почему отбились от рук? Я не понимаю, что происходит. Мне что, родителям твоим звонить? Не надо, Наталья Николаевна, у меня просто проблема произошла. Быстро на урок, у тебя математика сейчас. Хорошо. Да. Извините, пожалуйста, можно войти? Можно. И ответить после Ахмаметьевой тоже можно. Заходи. Каштусик, hello. Тише, тише, цыплянская. Так, Вера, ты все, да? Да, сейчас. Давай посмотрим. Понятно, пришла же.
Так, ну тишина в классе, вы мешаете мне. Это невкусно пахнет. Так, нет, все правильно, да, это пятерка. Садись. Но для того, чтобы в итоге вышло, нужно еще одну пятерку в этой четверти. А мне в пятницу еще спросите? Хорошо, спрошу. Конечно, ответишь. Так, Соня, я тебя прошу. Тебе говорят. Извините, пожалуйста, я просто не могу быть к доске. А почему ты не можешь? Что заклинило, ноги или голову? Приклеились к соплям. Да, Соня, Ковалевская из тебя явно не получится. Новый журнал, новая двойка. Ты что не знаешь, что такое сын? Зачем сразу двойку? Зачем сразу двойку? Слушай. Помощь гор! Так а что за советы учителю? Как у меня оценку ставят? Хочешь повесить, что ли? Исаев, тебе веселее остальных. Я думаю, что ты будешь веселиться около доски. Вот твой звездный час. Я? Да, я давно тебя не знаю. Знаешь, чего мне поставить, как всегда? Ты ясновидящий? Вдруг ты меня поразишь? Нет. Своими познаниями давай, точных чувак, наук. Давай, прочитай нам речь. Что тебе поставят, Вань? Чувак, прочитай речь. Ставки, что тебе поставят? Так, тишина. Все, открываем 318-ю страницу. 2,5. Вот тебе дидактический материал. А пусть тебе сотрет с доски. Ну не развалишься, возьми тряпку и сотри. Чувак, это не пристойно. Смотрим эту задачу, успокаиваемся. Тихо, медленно и печально. А я вообще не помню, кому я что ставила. Ни одну оценку я не вспомню. Это нереально же помнить. Да пора всю эту уже бухгалтерию в электронный вид переводить. И все. Знаете что, не надо ни в какой электронный вид, потому что у меня одна знакомая в колледже работает, так там вообще... Ой, это что такое? Там вообще говорят то, что взламывают эту систему, будь здоров, как я вообще не знаю, что теперь будет, господи. Здрасте, Светлана Викторовна. Господи, здрасте, Елена Григорьевна. Как ваши зубы? Ой, один канал запломбировали, второй оставили открытый, завтра опять идти. А денег, в общем, это какой-то проект года получается. А вы не думайте о деньгах, вы думаете о здоровых белых зубах. Конечно. Слушайте, хватит зубы заговаривать. Светлана Викторовна, у нас ЧП. Что случилось? Наш журнал 9 мая пропал. Вы не видели его? Я его оставила на столе. Ну, если бы вы его оставили на столе, наверное, мы бы его с утра здесь нашли. Но он должен быть на столе. Ну, посмотрите, пожалуйста, на столе, Светлана Викторовна. Наталья Николаевна, я вас утешу. Я все оценки переписала в ведомость. Вы что? Да вы что? Держите. Золотая. Ой, это, конечно, приятно, но... Слушайте, я вас недооценивала. Я всегда так делаю, Наталья Николаевна. Я недооценивала. Ой. Я уж утела, что и представляешь, подлецы. Королёв, давайте сделаем прическу со сосочку. И ты будешь такая сосочка. Дурак, что ли? Вау, это что такое? Исаев твое, что ли? Что, борзел, что ли? В моей любви, как в тайне моря, секреты смысла и мечты, я вынесу Исаев, любое скажи, горе, если со мной давай. Будешь ты. Ты Исаев, что ли? Да. Это жирный пишет, да? Да нет, это Заеркин написал. Ты чего? Ублюдок, черт. С дома рук. Ты придумал, что получишь такие слова? Иди отсюда, блудастую вообще. Каштанская. Фу, вали отсюда, а! Блин, ты посмотри назад на свой, алло, Сань. Че ты сидишь? Иди отсюда. Да рот закрой свой. Слышь, заткнись. Ты имеешь пункт, Илюх? А, мать. Каштанская дала тебе. Башка будет? Давай. Исаев, ты 5 минут можешь человеком побыть, а? Блин. Миш, иди сюда. Иди домой. Бери стул с собой. Исаев. Чё? Можно по 5 минут? Чё 5 минут? Включи человека. А чё, если она здесь дала? Чё такого-то? Чё, сама же? Сама же здесь дала. Чё ты, чё ты? Исаев. Чё Исаев-то? Ой, не прости. Не, Исаев молодец, и правда, бабку глазу. Воняет, да, по-моему? Да чё вы... Давай, короче, с уроков свалим вообще. Скажем, что Каштанскую домой поведем. Давай подождем. Не надо, пойди. Как дела вообще? Как Людка? Да нормально. Нормально? Саша, мы сегодня в кино идем. Пойдешь? Не, третий лишний, не хочу. Слушай, ну давай Меланю позовем. Нет.
Нафиг. Кстати, слушай, куда ты сейчас пойдешь тогда? Да я, наверное, в больницу к матери, а потом на работу. А пойдем это бате на этот буфет. Поедим пирожков. Буфет? Ну да. Да там как-то параши я кормил. Да ладно. Ну ладно, жди здесь, я вещи соберу наши. Хорошо, и возьми мои. Да. На компотик тебе. Что, невкусно? Вкусно. Ну, а почему ты не ешь? Не могу. Сынок, это через не могу. Мужчина тоже сильный, здоровый. Покушай, а? Мам, ну хватит уже, мужчина, мужчина. Ты мне и так ничего не рассказываешь. Что я тебе не рассказываю? Ты спроси, я тебе все расскажу. Что я тебе не рассказываю? Неважно, правильно. Ну скажи, скажи. М? Папа из-за этого от тебя ушел, да? Мам. Так, слушай, ну так дело не пойдет. Наталья Николаевна, да. Ну, давайте вот нет, это на нету ни Королёва, там ни Тимура, Будилова. Шпагах, да. Хорошо, мы готовились. Мы в одном месте готовы. Ну а как мы будем? Наталья, нету ну, давайте Тимура. Давайте поменяем, да и все. Да, ну, почему? Нет, я тоже хотела взять. Страдать. Я хотела еще брать Джульетта, Ромео, кормилица. Как мы будем? Нету Сони. А Сони нету. Сони нету. Нет, давайте сегодня мы расходимся. Она здесь козявки своими бросала. У меня еще проблемы с вашим журналом, Дима. Они не решены. 9-й, а, дорогой мой любимый. Мне сегодня я почитаю за кормилицу, ну правда. Давайте. А правда, да, почему у меня к маме этим? Наталья Николаевна, ну мы готовились. Ждали. Я тоже готовилась, Дим, я тоже хочу, чтобы это было хорошо. Давайте, ладно, давайте, открываем пьесы. Давайте попробуем, возьмем Ромео и Джульетта, и тогда Вер, ты тогда за кормилицу, да, почитаешь? Возьмем Ромео и Джульетту. Нет, возьмем сцену на балконе. Кстати, Маша, тебе задание. Думай, как мы будем решать с тобой балкон. Угу. Как это будет, я не знаю, то ли... Ну, сейчас это... Но я сегодня покажу. Так, давай, Даша, а давай Лане. А Лане текст? Лана попробует в этот раз. А здесь написано наверху, в окне видны Ромео и Джульетта. Почему на балконе? Господи, я перепутала. Вот, давайте, это как раз сцена после их ночи. Здесь что очень важно? Ну, давай я тут так, прошу. Послушайте меня, что а здесь у нас очень будет важно? Настоящему? Тихо, Дим. Вам важно сейчас друг друга почувствовать. Вот по-партнерски, да? Будьте сейчас внимательны, как бы не торопитесь, читайте. Вот так? Да. Ну, как получится, Дим. Главное, чтобы это было. Главное, чтобы это было чувственно. Попробуйте. Хорошо. Уже уходишь? День еще не близок. Тебя не жаворонок сполошил, а соловей. Он по ночам поет на том гранатном дереве. Поверь мне, любимый, ты всего лишь соловей. Нет, то был жаворонок, вестник утра. Гляди, возлюбленная, луч рассвета пестрит и полосует облака. Восточные померкли свечи ночи. На цыпочках привстав, веселый день выглядывает из-за гор туманных пора. Остаться значит умереть. То не рассвет, то метеор лучистый. Он солнцем порожден и дан тебе. Бутерброд хочешь мой? Это пап. Слушай, ты дай мне денег на буфет. Мы с Илюхой сейчас пойдем есть. Ради бога, печи. Да, и на кино надо. На кино? Да, я сегодня. С девочкой идешь? Ну да, с Людой. О. Держи. Так много? Ну хорошо. Это, пап, надо еще вместо 3-4 тысячи на экскурсию. Ты же говорил 3. Теперь нам 4, там сказали 4. Не, ну ради бога, не проблема. Просто, по-моему, ты врешь, а врать ты не умеешь. Да! Здравствуйте. Валентин Иванович, мне сестра сказала, что матери кто-то лечение проплатил. Это правда? Да, правда. И что? Это тетка?
Нет, не тетка. Чего вы врете? А кто же еще? Так, Илюш, давай не наезжай, пожалуйста. Ладно, хорошо? Нет, скажите, пожалуйста, кто это? Это очень важно. Я не знаю, кто. Вы врать не умеете. Так, хорошо, давай так. Я знаю, но не скажу. Вообще, братцы, валите в буфет, а? На самом деле, что за допросы какие-то? Давайте, идите. Это не тетка. Я тебе могу сказать точно вот так вот. Дальше. Девушка, а что у вас в пакете? Покажите. Вот это все нельзя, кроме воды. Ну, можно я у вас оставлю тогда? Да, давайте. Радуйтесь. Спасибо. Мир. Ты можешь узнать, кто за мать заплатил? Потому что если родственник, я лучше банк ограблю, а деньги отдам. Узнал отца, ладно? Хорошо, я спрошу, но ты знаешь, если ты мне скажешь, чтобы я не говорил, я тогда не скажу. Блин, даже если так скажешь, все равно скажешь. Угу, это важно. Ничего у тебя с родственниками? Да, ничего. Просто они козлы. Угу. Ну, кстати. Подожди, тебе же нужны. Не, не нужны, я же заплатил тогда. Ну, спасибо. Слушай, так ты, получается, в Суздаль едешь? Не знаю. Я мать не хочу оставлять. На 4 дня. Подожди, с ней тетка. Да какая тетка? Ну, да. Слушай, ну, я не знаю. Поехали, серьезно. Я подумаю. Ты так красивее выглядишь. Красивее, Леш. Да какая разница? Офигеть, офигение. Офигенее. Офигенее, да. Ты смеешься, меня сейчас в больницу выпишут. Ты же в свой Суздаль поедешь с пацанами тусить. Знаешь, я вообще так не хочу. Ну, вон ты съедешь, развеешься, погуляешь, отдохнешь. Я там все равно ревновать не кину. Да, ну там одни придурки. Сегодня вообще так Каштанского пустили, этот Исаев дебил. Глушаков тоже. Хочешь, когда я выйду, их побью? Хочу. Слушай, мне мамка приходила и говорила, что врач, ты ей очень понравилась. Да? Ну, она мне тоже понравилась. Ну, да, да, понравилась. Она мне сказала, ты мне еще кружки попьешь. Так сказал? Угу. А ты че? Послала ее, сказала, моя кровь, кому хочу, тому сдаю. Ну, сними маску. Нет, Ир, ты че, заболеешь? Жестко болеть. Ну, тебе повезло, что ты заболел. Почему? Ну, просто так я бы никогда не простила тебя. Ну, тогда я не зря мучаюсь. Да. Давай поцелуемся в маске. Ты че, извращенка Шишкова? Ты че? Ну, это же безопасно будет, ну, как в презерватив. Давай. Капец. Чего? Тогда же лучше целоваться. Давай.